Всем здорово, друзья. У Ольги и Киры. Приехал. Телефон привез от подписчика нашего. Honor 7 для Киры. Вроде праздник, подарим. А гусь обнимусь. В воскресенье Дед Мороз гусь обнимусь привезет. Не стал я брать того в центральном. Заказали большого. Ольга, привет. Привет. С праздничком вас. Ага, вас также. Здоровья крепкого всем вам всем. С праздничком. О, Кира, привет. Как дела у тебя? Нормально. Ну иди, я тебе что принес. Проходи. Разувайся, проходи. Спасибо. Ну-ка, давай смотрим. Пожалуйста. Комнату оттаскиваем. Да давай, кофеек бахнем, Оль. Ага. И самое главное, что там у нас? Ну-ка, смотри. Что это такое? Коробка. Коробка. А в коробке телефон для Киры. Вау. Honor 7 от Сереги Горбунова, да, от подписчика нашего. Спасибо. Подарили я. Тебе, Оль. Спасибо огромное. Кира. Ага. На здоровье. Спасибо. Мамка симку вставит. И все будет работать. Разберешься? Угу. Да панели на маму, панели на я. Ну да, мамка подскажет, как надо. Сунтан. Как ваш Сунтан? Глаза прошли у него? Ну, Сунтан уже не так гноятся, как гноились. Не так уже. Давай заряжать скорее, ставь на зарядку. И будете разбираться. Сейчас посмотрю, как... Ага. Лучше меня шарит. Да? Ага. Молодец. Так что. Давай, да я прям сейчас выключу. О! Зарядка это! Блин! Давай, давай, давай! Опа! О. Ну-ка, смотри, заряд пошел. Ага. Где ты видишь? Вот заряд. 99. 99? Угу. Да он и заряжен, можно и не заряжать. Да. Вот это прям все есть. Осталось только игры закачать. А все есть, все приложения уже? Ага. Ух ты. А вот и игры, по-моему. О, игры тут же. Чего угу. там ты? Вот тут не, любишь не играть в игры, много. Да? Угу. У мамы их цены, это, цены на бон. Дает мамка поиграть? Угу. Она спрашивает. Она утром проснулась. И в телефон. И в телефон. Мама пока раскачается, пока я... Кстати, мама мне остальных песиков заказала. Зефинку и этого Нучика. А гусь обнимусь, видел я Дед Мороза. Угу. Сказал вам маленький или большой? Большой. Большой. Я сначала заказал маленький, а потом сказал, нам нужен большой. И теперь в воскресенье привезет он нам Дед Мороз большого гуся обнимуся. Где-то в воскресенье или в понедельник. А маленький? Просто можно маленький, вот можно как блинок. Все. Мне мама может. А это с тебя ростом такой, наверное, будет такой большой. Угу. Вот и все. Саш, подождем поэтому. Раздевайся. Да у вас сегодня прямо не жарко, нормально. Ветер. Мороза сильного нету, да? Ну да, мороза нету. Вот какой плед такой. Я вижу, вижу новый плед у вас. Еще здоровский, здоровский. А что тут за игны? Ну это разберешься там, что там за игны. Игны. Кстати, вот эти батончики, они прям... Как коновка. Есть такие конфеты. Да ты чё? У нас кот такие любил. Сейчас я попробую. С сухим молоком. Там. Мамка вот угостила сейчас конфеты. Будем лупить. Как дела у вас? Да ничего, слава богу, потихонечку. Чё же это, Олег там валился, купался? Искупался сегодня, да. Да ты сейчас чё? Вот ездили, да, потом к тебе я поехал. О, ёлки-палки. Олег сказал. Погоду. Клинут люди, а. Он сказал, что он пятый год подряд уже купается. Ну, я не знаю, как пятый или не пятый. Я тоже не знаю, но сказал так. В телефоне найди. Сегодня еще такая эта погода вообще. Дождь у нас, друзья, идет. Дождь.
Мне сегодня надо было в магазин. И гололед. Блин, это, впадло было идти. Я говорю, Кир, будем доедать то, что есть. Не пойду, говорю, никуда. Ну, правильно. Так, нам интернет только надо, и все, прокачать. Симку интернет. Я завтра возьму тебе симку. А так, ютуб, закачки, все есть. А может, там есть симка? Я что-то не обращал внимания. Нет, ютуб не работает. Не работает? Наверное, нету. Нет, сим-карты нету. Мне нужно вставить сим-карту. Да. Ну, завтра возьму тебе сим-карту. Тебе два тоже возьму. Такая камина прикольная вот. Камина. Камина? Угу. А так ничего. Везде нельзя ничего делать. Праздник, ничего, дела можно отложить, все правильно. Нет, правда, к вечеру уже. Телевизор, правда, наверное, вы, да? Ага, сериал. Сериальчики, ну, она мультики. В телефоне. А я говорю, а я что буду делать? Я говорю, я буду сериал тогда смотреть. То она карусель смотрит целыми днями круто. Я слушаю. Отойди. Да, господи, пустоту сфоткали. Пустоту. Ты думала, кошку хочешь сфотографировать? Ма, держи ее. Угу. Давай. Буду сфоткать. Подожди. Господи, выкинь. Да, господи, выкидывай. Ну, ты не спеши. И Сунтана сфоткай обязательно. И Сунтана я попозже. Вот, все. Ой, ну, что там у нас получилось? Ну, тише, ты попай. Ух ты, вижу, все. Прям в лицо, Кир. А вот Сунтану так вот надо еще поймать. Куть. Ну, ты прям лицо привыкла, прям близко. Давай Сунтана теперь. Поймайте меня, наш кость. Опа. Все, пошли фотосессии. Да, вот так получилось. Пойдем. Он чуть более близко. Нормально, нормально. Перефотографируешь потом. Как будет удобное место. Да, он всегда там лежит. Да? Господи, любимое место у Султана. Ну, разберешься, Кир, с телефоном, ничего? Разберусь. Точно? Ну, мама только симку вставит, и все. Ну, завтра пойду. Это я уже, там девчонки должны работать. Но если Инстаграм нам работает, это у нас нифига. Инстаграм? Там надо это, если он тут есть, закачан. Да с этим телефоном у мамы, тю-тю, с интернетом, походу. Да? Ага. Сегодня весь день тупит, ни в одно приложение не могу зайти. Ага, меня из Майнкрафта выкидывают, а маму из другого. Ника, вот ты, не увидишь? Все, иди на тебя. Что-то весь день. Интернет, возможно, тупит. Да. Да? Угу, показано, что нет соединения с интернетом. Я говорю, офигеть, нормально. Я попозже разберусь. Попозже разберусь. Давай на стол отправим сразу. Все равно ты сейчас... Какие ты говорила печенюшки? Ага. С малиновой начинкой? Да, с малиновой начинкой. Что ты там сделала? Отклеила что-то? Сзади? Угу. Ну, правильно. Ну, мы чехол купим. Правильно. Стекло еще на него, дочь. Наклеивать? Вот так вот не можно дай, наклеить. Помнишь? Потому что... У Белоглазого что, закажите, или где там, или на этом... Ну, я сейчас Вазоне. Посмотрю, в Азоне, конечно, дешевле. У них по 500, там, по 600 они были. А в этом я вот заказывала себе. Деньги пока не забыл, Оля. А, спасибо. От подписчиков. Спасибо большое им. Благодарность, с праздником. Всем здоровья. Да, самое главное здоровье. Копиночку. Копиночка? Угу. Да не надо назад не наклеивать, так красивее. Я не назад. Так красивее. Впенет? Пускай. И вперед не надо. Завтра. Тут можно посмотреть эту такую пленочку. Кстати, а где чехол от Ванина? А он не подойдет, чехол мой, он большой. Вот этот телефон, он, видишь, он поменьше. Другой, да, размером. Кир. Размер другой. Видишь? Во. Он поменьше немножко. Но он немножко. Немножко. Мы чехол тебе возьмем. В этом. Я тебе сегодня закажу в эту. Если зайдет,
А то видишь, ни в магазин никуда не зайду ведь как. Ни в Альберс, ни в Озон, ничего. Там же надо пополнять карту озоновскую. А я ее не могу со Сбербанка пополнить. Это надо удалить. Ника убегала, я не смогла. Удалила приложение? Ну, приложение, я фотку удалила. А то Ника же убежала. Я сфоткала крестно. Сентан и Ника. Потом надо Валечка сфоткать. Сегодня тоже диван не собирала, думаю. Валялись везде. А у нас еще ножки же мама сломала. Ой, вот у тебя язык, а. Теперь подставляем. Помело. Дай Бог здоровья вам. Не подставляйтесь, не болейте. Разговорчивая. Точно, трещотка, как там писали. Кира, ну что там? Трещотка. Сунтан? Да сунтан, блин. Да не трожьте его. Ну как же, нужны же фотографии теперь. Угу. Лови. Ой, господи. А лицо такое у него. Морда. Вообще не получилось. Сунтан, давай нормально фоткаться. Он прям тебя так послушал. Сунтан, опять. Ну ладно, пусть так. Ага, Кир. Вот так что ли? Ну и что? Не получается у меня его сфоткать. Другой раз получится. Да вообще, не боялась, но не бал он выкинул. Так, Сунтан, все без пушки. Давай. Фоткай. Угу. Нормально. Более-менее пойдет. Вот, наконец-то. Только глаза закрыты. Нормально. Не закрыты, а прищурены. Потому что вспышка, они же не реагируют. Реакция какая-то. И фонарик где? И фонарик есть. Вот прям все как... Кира, ну-ка, Дед Мороз мне... Куся, обнимуся. Передаст для тебя в воскресенье или в понедельник, я не знаю, когда точно, может быть, в субботу. Я тебе сразу тогда привезу. Хорошо. Ты ж письмо писала, а оно только дошло. Дед Мороз проехал и не заехал к нам. Я в телефоне лазю, как всегда. Ну правильно, осваивай. Как мама говорит. Осваивай, как всегда. Если телефон привезут, не нагнут, то значит это твой будет, какой привезут. Ну вот и он вот твой. Привезли. Я тебе сказала, если учиться не будешь, я у тебя его заберу. И будет он лежать. Вот так вот. Поняла? А у меня вот такая вот теперь копилка. А в школе там не сдают сейчас перед уроками? Это, нет. А то в какой-то они области носят, я читал. Носят, но на уроках не пользуются. И только маме позвонит, если. Да, и только родители. И то на пенсии. Ну я в школу ей нет. Не ну и правильно, попасть, Кир. В школе он не нужен. Она пришла домой и села. Там уроки важнее. Конечно. Тем более мы их забираем. Чтобы запоминать, слушать, да, и в телефон. И в телефон не отвлекаться, и погода есть. Да все там есть. Все как у всех, везде все есть. Ей сейчас он не нужен. То, что мы их встречаем и провожаем, они считают с нами. Ну, дома тогда. Дома, пожалуйста. А вот со второго класса будет уже сама ходить, как бы. Тогда да, уже поставлю наблюдение, где мои дети, подключу ее. Да-да-да, приложение есть такое. Да, и буду наблюдать. Ну, Кира, она умничка. Молодец. Я только послушная маме девочка. Буду звонить постоянно, что, типа, мам, я с подружками гулять. Да что ты? И то я буду звонить, предупреждать. Предупреждать, все правильно. Вот принесешь рюкзак, уроки выучишь и пойдешь гулять. А там сейчас вещей еще скоро подарят. А то сказали тоже. С рюкзаком посмотришь. Вот таких тебе. Да, вот таких. Этих вещей под нашей фамилией. Ну и хорошо.
Будет что надеть. И для съемок есть. Даже для съемок есть. Ага. И так есть, и в школу есть. Вообще замечательно. И куда хочешь. Пускай будут еще. Да, будешь наряжаться. Нам уже их никуда складывать. Полочку освободим другую, да. И будем складывать туда. Так, тут можно. Будешь наряды успевать менять каждый день. Каждый день в новом. Налито там не таскать, не перетаскать. И налито, и на зиму. Ничего. Так, девчонки, ну что, я, наверное, ненадолго. Там ждет меня машина стоит. А, вот тебя ждут. Да, да, ждут, стоят, тоже ехать как бы надо. Понятно. Вам спасибо за чай, за кофе. Да не за что, вам спасибо. За конфетули, за печенюшки. За подарок, за внимание. На здоровье. Спасибо. Когда не будешь у меня телефон забирать. Да не будет забирать, не будет. Теперь будешь своим. Буду, пока этот будет на занятии. А потом на мамкино, пока будет заряжаться. А, ну, правильно. Да. Мы по-хитрому, говорится, да? Куртофан. Ага. Куртофан свой. Куртофан забыл. Кто там спрашивал, как называется? Вот так вот называется, друзья. Куртка, что ли? Ну, да, я спрашивали, я не помню название. О, Господи, еще и куртку назвали, дайте. Кому что, каждому свое. Сунта, давай не боней. Назад, чтобы твои нашли. И ты тоже. Эту как зовут, я забыл. Это Ника. Ника. А вон там Буся. Ну и тебе, Кир, давай, пока. Давай, ничего. Пока, пока, моя хорошая. Спасибо еще. До следующего раза. На здоровье вам всем. Всех с праздником. Да, с праздником, здоровья. И подписчиках, и тебя. Всем привет, всем бонжур. Едем дальше. Всем пока.